guys! Welcome to our channel EMCOKK Beauty. С вами Лия и Сипора. I think most of you guys already know us from the last Q&A session video. And for the people who doesn't, please do check out link down below. And I actually liked the last video and the comments a lot, yeah. So today's video is something different, which is gonna be daily fall makeup. Not tutorial, but because it's gonna be our type of thing, showing you guys how we do our makeup. Yeah. Да, и обычно в предыдущих видео мы вам показывали один либо какой предмет, продукт, так скажем, и в сегодняшнем нашем видео мы все, так скажем, суммируем только нашим продуктом, чем мы обычно пользуемся в нашей жизни, и покажем, как мы делаем свой мейкап. Просто... Without further ado, let's get into it. Давай начнем сразу. Так, я начну сперва с нанесения тона. Я использую кушон. Я не пользуюсь тональным кремом. Вторым шагом я пользуюсь консилером. У меня тюб кавера. Мне нужно скрыть свои, так скажем, темные круги под глазами, следы от прыщиков и тому подобное. В этой ситуации консилер, конечно же, наше спасение. Потом я перехожу к контурингу. Я пользуюсь от Clio. Вот такое, знаете, оно у меня немножко, чтобы было влажненько, так скажем. И одновременно, пока я это не растушевала, сразу же от Style Nanda я наношу кушон. Он у меня немножко розоватенький. Следующим шагом, так как у меня влажный макияж опять, нужно закрепить область вокруг глаз сухим, так скажем. Не знаю, как это назвать, контурингом. Потом я пользуюсь лип-лайнером от Etude House. Это выглядит вот так как-то. Я не знаю, как это правильно показать. Номер тут. Так как сейчас осень, я выбрала более темный оттенок. Знаете, когда наступает немножко прохладное время года, это ближе к концу, середина к концу осени, начало зимы, в общем, зимой, я люблю именно пользоваться темными оттенками покраски губов и тому подобное. И теперь, так как я не очень часто пользуюсь тенями, давайте же начнем макияж глаз. Следующим шагом вы берете, ну, я, точнее, беру белый карандаш, вы тоже можете взять от любого бренда, то есть белый карандаш. Мне нужно, чтобы вокруг глаз, внутри. Я беру любой коричневый, темный оттенок коричневой тени, любых теней, просто чтобы темный оттенок коричневого. Максимально естественно по линии ресниц. Я беру айлайнер, такой, я пользуюсь четким цветом. Так как я не люблю четких линий подводки, я беру такую щеточку и растушевываю. После этого только рисую птички, так скажем, кончик. Так, завершили с айлайнером. Я поняла то, что я губы не до конца накрасила. Еще раз покрашу. Я не люблю делать макияж много на глаза. Поэтому, чем мне нравится осень и зима, я могу позволить себе накрасить ярко темные губы. Как вы видите, обычно я не только пользуюсь лип-лайнером, но и помадой же. Но, к сожалению, сейчас у меня не подошел, так скажем, цвета карандаша и помады, поэтому я решила только воспользоваться лип-лайнером. Вот. И да, мой мейкап закончился. So I will start with my sun cream because I'm already wearing my moisturizing things. So yeah.
Next, I directly go into my IOP cushion. It already has sunscreen also and primer, I think. So let's go into it. Okay, this cushion thing takes forever, faster than foundation, I think. But as you guys can tell, it's matte, which is perfect for fall season, daily makeup. Next, I'll go for Kiehl Cover Liquid Foundation. Oh, concealer. Sorry, you guys. Okay. Blend it with just regular sponge. Yeah. I feel much better with the concealer on. And I like to contour really like matte lookish, or I don't know even how to say, because it's fall and fall is matte look and orangish or burgundy. How to say? I don't know. Next step, I will go for the blush. Okay, next step is, of course, the most essential part of the makeup is eyeshadows. And I have this cute eye palette from, I think, 2 years back almost from... Look at this eyeshadow palette. Yeah, let me try them out. It says meant to be whitish color, just like a powder to cover like the concealer first. I'll go first to cover it. Okay, next one I will go for the beach, which is like very orangish look. Tap tap. And I will go for the crease on the corner of the eyes. Tap it, blend it, create this layer with the light shades in my eyes. Look at the difference. Same color, but I would like to create this dimension. Layering and layering. And under eyes, how I do is just look down, open up. Okay, with the blender, I would like to clean it up. Just some edges. Next, I will go for Rooftop, which is also orangish color, but warmer shade on the deeper edge. And the last eyeshadow, I'm gonna use Crusty, it says here, to give more edgy look. Smoky kinda, but not smoky too, because it's gonna be daily fall makeup on the edge again. Okay, now it's done, but I'll have to blend it over and over. How do you blend it? You're gonna have to blend it in again, okay? Now, next step is, what is it? Eyeliner, which is the brown shade also. So let me put them on. Okay, as you guys see now, I have my eyeliner on because I had to do it out of the camera because it's really hardest part, I think. So now my favorite part actually, highlighter. So let me start with my inner part of the eyes. I will go with the Swirl Twirl, kind of pinkish, but also not. Also, I use it on the lids, outer lids. Also, the same one goes to the nose bridge as a highlighter. Or with the fingertips. And the cupid's bow. Of course, the cheeks. Так, давайте же оценим наши, так скажем, макияж. Да. Daily makeup look. Да. Давай я. Первый. Okay. Ну, насчет makeup Ситори, я могу сказать, то, что она сделала, мне кажется, отлично. Потому что мне нравится, как она нанесла тени. I feel much better looking into camera with the makeup on. О, да, мы хотя бы не выглядим больными. Compared to the intro. Да. И у нее именно тоже румяна, и оттенок теней как немножко оранжево, такие немножко коричневатые оттенки, так как, мне кажется, она хорошо донесла именно чувство осени, то, что осень вступила. Да. Cozy, kind of look, orangish, as I said earlier.
So as for her makeup, as you can tell already, focusing on her lips, like giving this burgundy look, warm, cozy makeup. I like it. I actually like it. Not focusing on the eyes, actually totally opposite than mine. Because autumn, fall, and in winter we can actually give more focus on our lips. Да, она на себя более, так скажем, позволит себе накрасить губы более ярко. Мне кажется, если летом нанести такой оттенок на губы, мне самой станет, так скажем, не очень. Ну, не знаю, лето – это время, когда так и так жарко, нужно освежение, да, свежести. Немножко светлые оттенки розового, там близко к естественному. Right. She's a lipstick girl. You guys already know that I don't usually use lipstick. Все наоборот. Yeah. Lipstick, no eyeshadow. Yeah. I love eyeshadow. Думаю, мы можем завершить сегодня наше видео на. You guys should rank it. Да. You guys should rank it and how do you guys like it if it actually matches? And I already mentioned I go to office and I use face mask on, so I have to show my eyes, so is my eyeshadow on? Да, кстати, в наше время, благодаря, или как сказать, из-за ковида, да, yeah. Мы должны использовать маски, носить маски, поэтому, да, максимально можно делать. Yeah, we would like to know how do you guys do your makeup in this fall season? Да. And share it in the comments down below. Надеемся, вам видео понравилось. Yes, give us a thumbs up. Да. Увидимся в следующем видео, bye-bye! See you in the next videos, bye-bye!